ласках. Выходные дни намутили. Что-то хорошего так не было. Ну, плотвы. Хорошая. Куда? Гарпун привезли из Беларуси. Не, гарпун я не люблю. Там же цены, блядь, они на призу, блядь. Это привезли мне, получилось за 200 гривен. Ну, наконечники хорошие, просто с короткой ручкой подбрасывают, тяжело попасть. Тяжело попасть. Если среднее расположение ручки. У меня второе, я там сейчас в этом хорошие наконечники. Такие прикаленные. Хотя они четырехгранные, но такое. Ну, хорошие такие двухлепестковые, длинные. Ну, рубит. Что попало? А я... Ну, я этим взял Сома. Дальше. Да, на 30 килограмм. Взял Сома. С этого ружья и эту гарпуну. Призуб, конечно, свернул вот так вот. Этот самый, вот этот пробил голову, как раз в голову. Там нога такая под корчами. Я плыву, он так хоп, вроде из этого торпеда, блядь, под вот его пистолет с этой выходит. Я как раз упал полку дым где-то, ну, с метра, наверное, полтора. Так вот этот пробил и в рот и открылся в арту. За небо, как бы. А эти два вот так вот раз. Ну, как начал душевать, надо согнул, меня выложил. Не, я... Ну, это я весной. Я один день как бы... У меня день рождения как раз было 19 мая. Супруга говорит, поехали, говорит, на речку. Ну, поехали. Гости через два дня. Такой. И разрешено... Это с 20-го. Ну я уже на один день как бы. Как раз на день рождения все. Да. Потом, правда, тут двух таких, одного на 10, где-то одного на 4. Ну что-то сейчас. Тут охотник. Да. Да это было трошки подпростыл, как я это делал. У меня привезли с Китая пятерку эту дайверскую. Такая. Что для лета хорошо, как раз водичка трошки затекает, оно. Ну или тройку надо такой брать. Так мылиться надо, а тот не мылится, ничего, дел-то так. Для лета хорошо. Но это чуть-чуть, я говорю, простудок, я думаю, ну, лучше теплее. Ну, в девятке жарко, блядь, в этом жарко сейчас. Не, в пятерке, я говорю, летом вот в Даверской хорошо, она затекает как раз. Ну он масочку да, попробуйте. Вот это камера. Да, вот я хочу попробовать поснимать. Нет. Ну плотва крупная есть, но я же явно одну попробовал и напополам перебил. Спустить ружье полностью, чтобы оно плотву не это, потому что это хорошая стоит. Что такое? Для плотвы, да в другой раз надо, что захочется, пойдет, так я у меня марас этот все равно. Как там 7 мм гарпун тоненький такой, одним можно наш попытку. Поплыву, сейчас там еще пару корчей едут. Я один тут плаваю, да? Не видел, я только...